Итак, погнали. С чего бы начать, я даже не знаю. Ну ладно, давайте начнем вот с этой упаковки. Что они нам предлагают? А предлагают они нам следующее. Пакетики. И, естественно, с вашим принтом. Естественно, любые размеры. Различные коробочки, упаковочки. Вот. Различные пакеты. Вот такие вот дизайнерские пакеты. Вот, пожалуйста, контакты. Давайте, начинайте сыпать лайками. Вот тут да, чат, скайп есть, все. Сыпать лайками скорее начинайте. И я продолжу раздавать контакты. Ох ты! Это какая-то светящаяся. Я не знаю, передаст камера, не передаст эту картинку. Но смотрится очень и очень круто. Видно, да, что это типа как 3D такая. Вот еще одна тоже. Вариант. Это картина. Вот такая. Кажется, очень объемная. У них на столе вот такие вот лежат. Вот такие вот штучки, нашивки тут же термо. Это термонаклейки такие, как выпуклые, прикольные. Вот, собственно говоря, их контакты. Так что, если что, звоните, пишите. Производство упаковки у китайцев всегда вообще на уровне, если у них руководитель какой-нибудь европеец. Потому что китайские картинки на Европу, ну, очень и очень и очень. Ладно, рад вас зовешь, я тебе скажу. Но тоже смотрите, какую упаковку делают. Прямо, блин, ну круто. Ну-ка. Я. Вот так вот. Это специальный luxury. Luxury present. Yes, yes. Круто, очень круто смотрится. Все что угодно, любая, вот что угодно только придумать. I'm from Russia. Вот. Сейчас я вам дам визиточку. We're just looking, we are tourists. Нам ничего не надо. Yeah. Вот, ежедневники. О, раздают. We are direct manufacturer of Hamburger, paper box and paper tube. What? We're just looking. Looking. Yeah. No problem. Have a look. What? And are you taking the video? Yeah. Вот, смотрите, то есть. Очень качественно сделан. I'm making video for my video channel. Video channel. Yeah. Okay. Yeah. So please show we are the Pakistan factory, direct printing factory, to let your video to show. Okay. And when you have any. Да, вот смотри. А вот здесь, смотри, она, видишь, как золотая смотрится. Братья Гримм. Is it possible to
to have your company name or your video your I give you later. Maybe we could visit your website to have a look at the video which you shoot. This is website don't work in China. Okay, but we could open the website. YouTube. We are curious. Okay, YouTube. YouTube. But we are curious. Why you to show that video? I give you my name later. I'm busy. Sorry. Ну, блокнотики, мечтаем. Дали блокнотики на подарки. Вот. Тут тоже различная упаковка. Вот такие вот эти. Это для, видимо, для ювелирки, да? Да. Может, кому-нибудь надо. Вот, гонконгская компания. Вот. Упаковка. Какой только тут нету упаковки. Вот, это упаковка для еды. Наверное. Да, упаковка из пластика. Это сразу демонстрация материалов, из которого они могут произвести. Скотч. Кого интересует скотч? Скотч и стретч-пленка. Шэньчжэнь. Шэньчжэньская компания. Анна. Анна, it's you. Вот, звоните Анюте. Вот она стоит. Она вам продаст скотч. Thank you. Пакетики. Ой, каких только нет. Огромные. Тут все, и пакеты, и пеленки. Вот. Вот их контакты. Фабрик. Оп. Нихао. Так, идем далее. Далее. Что тут у нас еще имеется? Тоже сумочка, пакетик. Здесь что это? Это производство, не знаю, какой-то тесьма. Из бумаги, что ли? А, да, из бумаги. Тесьма из бумаги. Thank you. Пластиковая посуда. О, пожалуйста, вот кто производит упаковку для Huawei. Любые пакеты, любых размеров. Все, что душе угодно. Вот это вот производство из картона. Они делают различные вкладыши для всего. Вот такие вот.
Ну, кстати, вещь нужная для упаковки, для сохранности. Чтобы там ничего не болталось, не крутилось, не валялось. Все, говорит. Да. Идем. Так. Они сразу так стесняться начинаются, когда они тебе хало, а ты им не хал. Я говорю, сразу начинают стесняться, когда ты, они тебе хало, а ты им не хал. Вот упаковка для еды. Hello. Wow, so beautiful. Thank you. Так. Давайте возьмем. What product are you looking for? I'm just looking. Okay. This is my boss. You can take me. My name is Viola. You are speaking English. Yeah. Вот, звоните. Виоле? Viola. Viola Khan. Yeah. Thank you. Because my business with this Khan is too small. So I you can take Okay, thanks. Sorry. Thank you. Okay, thank you. Вот. Звоните Виоле, Виола вам все сделает. Наклеечки. Наклеечки, которые можно клеить на все, что угодно. То есть, вот, пожалуйста, вот так вот они идут. Они могут произвести и отправить их вам просто-напросто в рулон. А там уже будете сами клеить на что угодно. Вот такие вот варианты. Но спрашивать цену смысла нет, потому что размеры разные, видимо, тональность тоже разная, 100%. Вот. And take one? Yeah. For you. Thank you. Okay, let's go. Вот. Наклеечки вот такие в рулоне вам они А, вот. Настя, на, возьми, пожалуйста. Вот делают различные голограммы, то есть, которые да, для защиты вашего продукта. А, ну. Видишь, голограммки. А, вот. Сначала ее печатают вот в такую ленту. А потом далее вот так вот ее, не знаю, как-то приклеивать на бумажку и потом по одной чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Давайте я вам дам визит. Лайки, лайки, скорее ставим лайки. Вот, пожалуйста, WhatsApp, WeChat, все есть. Звоните, пишите. Эмили вас обслужит. Sorry, we don't have. Фига себе, у тебя фотик с моего голову. Вот упаковка для консервов различных. Тоже, собственно, отдельная индустрия. Тоже они могут нанести любой принт ваш. Give me thank you. English. English. Oh, thank you. Вот, пожалуйста, контакты. Звоните, если надо консервы, они вам их сделают. Вот такая копилочка даже прикольная. О, подарка, подарка. Сесим они. Уедем с баулом подарка. Это тоже какая-то booking. А, книга. Это печатают книги они.
Вообще прямо классно. А, да, вот так вот если взять. Смотри. Очень круто. Но, блин, книжки печатать в Китае, наверное, выгодно. Просто интересно. Много читает народу сейчас. Ух ты, вот как, прям красота, смотрите какая. Вот так вот, оп. О, казахский. Что-то казахское. Блин, ну насколько качественно все сделано, просто вообще глянец, офигенский. А, it's Russian? It's Russian, right? No, it's not Russian. А, this is Russian. История красоты. Give me the name card. Ah, oh. Вот визиточка. Если кто-то решит напечататься, то вперед. Пекинец, ты же книжку печатаешь. Ой, точнее. No, no, no. Костя, ты же аудиокнигу. Может, печатать вздумаешь? Выпусти. Я, если честно, к своему стыду еще не слышал, но я обязательно ее послушаю. Вот. Так что пойдем далее. Это, ну, это тоже упаковка. Блин, какой только нет. А, это вот кому надо пакеты Почта России? Вот эти ребята, пожалуйста. Это вот термопакеты. Вот. It's your contact? Oh, thanks. Вот, ребята он делает. Вот на чемпионат мира, вон, смотрите, они тоже, видите, что делали. Так. Hot Wave. Не знаю, к чему это. Тоже упаковка еды. Вот тоже такие стильные пакетики. Нихао. Стильные пакетики. Вот, если интересует визиточка. Венус какой? Венус Чен. Тоже книжки печатают? Ну ладно, пусть у тебя будет конкуренция, давай возьмем у них тоже. Give me the name card. Name card? Yeah. Just name card or brochure. Oh, thank you. Вот. Эти ребята то... А, вот они на Alibaba даже есть. Thank you. Вот такие они ежедневники, книжки печатают. А это Библия. О, книжки. Оп. Ой, это 3D-книжки для детишек. Ладно, идем отсюда. Вот, еще она что-то говорит. А, это, видимо... А, я понял, понял. О, oh, thank you. Это здесь два отдела просто. И одни... С одной стороны, другие с другой. А. Упаковка, блин. Да. А, вот он делает эти пакетики, вот такие вот, которые защищают продукты от боя, поломки и всего остального. Так, сколько времени у нас? 3 часа. У нас еще есть немного времени, чтобы показать вам, что тут есть еще. А что тут есть еще? Я думал, если честно, будет оборудование, принты. А, сейчас пойдем в одно место, я там видел. Hi,
Да-да-да. Это точно. Вот, журнальчики глянцевые, все дела проводят. No, thanks. Paper box нас не интересует уже, мы уже насмотрели. А вот металлические нас интересует. Металлическая упаковка. Такие типа как портсигары. Для конфеток, для всего что угодно. Для конфеток, для сигареток, для кофейни. Вот, в общем, любые, даже можно вот такой фотик забабахать. Там. Ой, даже для алкоголя. Вот, ну все, что вот, вообще вот, все, что придумаете. Ну все, давайте на счет 3 ставим лайки, и я выдаю поставщика. 3. Pinbox.chan. Так, пойдем там в одно место. Ой, какой испуганный. Пойдем в одно место. Вот мы зашли, там станки стояли. Они показывают, как они там все это производят. И я хочу показать это вам. А станки у нас вот там вот в самом начале. Так что пока идем, смотрим, что тут есть. Бумажные пакетики, упаковка для лапши. Блин, вот на самом деле, если производить в Китае упаковку и упаковывать, блин, качественно, мне кажется, вообще можно продать что угодно. Потому что народ в первую очередь смотрит на картинку. Прям. Идем. Что вам еще рассказать? Я прям даже не знаю об упаковке. Я, если честно, не силен в этой области. Я всего 2 или 3 раза, наверное, отправлял станки вот по производству пакетов, и на которых делаю спринт. А вот чтобы заказывать картонные упаковки, в основном заказываем на производстве где-то. Вот, тут много народу, видите? Что-то здесь интересное происходит. Сейчас посмотрим. На, поснимай, пожалуйста. Ох ты, как прикольно. Смотрите, ребят. На самом деле она кажется вот. Она на самом деле вот. Это 3D картинка, очень круто сделано. Вот даже видите, touch me написано. Круто, да? Ну, на самом деле камера. Все, стань. Вот так, давай сделаем. Вот сделай, пацаны. Крутая штука по производству вот таких вот 3D принтов. Вот он съел ее.
Сейчас, наверное, что-то выдаст с другой стороны. Пойдемте посмотрим. Это станок для полиграфии. То есть он печатает картинку очень хорошем качестве, которую можно потом будет налепить куда угодно. Давайте возьмем у них визитку, мало ли кому пригодится. Вот визиточка. Пользуйтесь на здоровье. Это подставка, на, можешь взять. Подарок, подарок друга. Так, вот там тоже какие-то станки. Вот эту пленку у меня спрашивают. Возьми, а, пожалуйста. Да. Тут тоже можно любой принт на коробку, куда угодно. Все придумать. Вот станки. Так, тут тоже вот что-то производят. Пойдемте их станки посмотрим, что они делают. Так, а он делает вот такие бирочки. Сразу со штрих-кодом. Сразу у них отрывная линия идет. Вот. Это для, видимо, для одежды. Вот такая вот, типа как матрица, что ли, идет. И вот они. Вот такие вот тоже наклеечки делают, штрихи. Давайте возьмем у них. Ну, возьми, пожалуйста. Контакты. И пойдем далее. Вот такие вот наклейки. Это можно на продукты делать. Это что? Тут прям линия целая стоит. А, это линия по наклейкам. Сразу они клеят. Круто, да, сделал? Вообще прям. Да, вот он, видишь, они печатают сразу и сразу их клеят. Вот так вот он выглядит. На бутылочки, на баночки. Это, в общем, если свой бренд продвигаешь, то это незаменимая штука. Да. It's my name card. It's good. Они есть на Alibaba. Вот еще один. Но это такой помасштабнее уже. То есть вот так вот изначально выглядит вот этот рулончик бумаги. И потом на нем делают вот, пожалуйста. Большая машинка. Серьезная. Да, давай вот этих возьмем. Вот твоя визиточка. Если нужно. Хей, хей, хей. Это, я не знаю, что они делают, но это типа как эти. Не пластик. We wish you a Merry Christmas. А это что делал? Ага.
Они не китайцы, я им не хао. А, это вот коробочки под дерево сделаны. Сразу же материал показан, каким обтянуты. This is paper box. Так, возьми визитку, а, пожалуйста. Возьми, пожалуйста. Где мой пьян? Вот, у них тоже сайт есть. Так что, если интересует... Thank you. Мама, чуть не врезался. Нет у меня ничего, отстаньте от меня. Так, ну вот. Бей его, Настя. А, ну вот это вот мы видели уже, не на одной выставке. Шэньчжэнь. Yeah. А, вот смотрите, тоже сайт. Но это вот эта дорогая штука, ну по крайней мере в прошлом году была. Там, в общем, такая щетка натянута, и на ней много-много-много-много лампочек лет. И вот получается вот такое изображение. Здесь флаги. Флаги мы видели недавно на Кантоне. Нет, нам не надо флаги. Вот. Баттерфляй! Что тут у нас? Тут уже все разбирается. Так. Пойдем все на выход, в сторону выхода. Время 15 минут. Шэньчжэнь, ну я вот не знаю, вот зачем вот и каким образом здесь вот это оказалось, к упаковке не относится. Не, ну, это... Это что за дрон такой? Две камеры, что ли? Ладно. Тоже на Алибабе. Молодцы китайцы, все на Алибабе есть. Ну, вот это уже вот прям до боли изъезженное. Уже не новое. Но, тем не менее, на всех стендах. Вот это сделано из нескольких изображений. Но очень ярко, очень круто смотрится. А, где? Где? Гуанчжоу? Гуанчжоу находится. Ладно, я вас потом цену спрошу, потому что я знаю все равно, где дешевле. Ха-ха-ха. Это магнитные всякие пикалки. Ну что, на этом, собственно, выставка по упаковке заканчивается. Все посмотрели, все показали.